Страшная авария произошла сегодня на автодороге «Гигант» Большой Сундырь в Маргаушском районе. Возле Александра Невского православного мужского монастыря столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В этом ДТП погибли жители Измуриэл, жена и брат водителя. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля. 37-летний водитель 14-й доставлен в больницу. Его 32-летняя жена и 40-летний брат скончались на месте происшествия. За медицинской помощью обратились две пассажирки маршрутки, обе жительницы Маргаушского района. Всего в момент столкновения у маршрутки находились 10 пассажиров. 22-летний водитель микроавтобуса был освидетельствован. Состояние опьянения не установлено.